Балуй, иди нахуй. Сука. Есть! Мы дошли. А тут только одно хранилище? Да, а что за бред? Я некоторые вещи, блядь, не могу перетащить. Почему? Через портал пойдем. А как еще? Ты по-другому сможешь дойти? А, да, точно. Нет же другого пути. Не, есть другой путь, но... Выхода нет. Выхода нет. Давай, с краю надо прыгать. Блядь, только с какого? Где-то тут. Блядь, я не оттуда прыгнул, походу. Все, у меня ТП. На кордон. Сзади. Убегай. Все, сдох. Они еще такие, блин, смелые, типа. Ты лянь, он бежит, когда в него выпускали патроны просто. Так, где-то я помню, мы раньше отсюда прыгали. Понял, принял, обработал. А, вот. Мы отсюда, помню, прыгали. Ты серьезно? Блять, на меня уже стая, сука. Стая чего? Псевдособак. Нахуй, пошла псина. Да, блять. Как бы тебе сказать, я говорю, у меня осталась только одна обойма на калаш. Твою мать, я упал. Я в жопе. Зона одна сплошная жопа. О, кто-то сдох. Блять, чуть не сдох только что. Чуть и не сдох не считается. Чувак, я, блядь, кидал болты, блядь, перед собой, и болт, блядь, прям сантиметр от меня. Да в смысле, чё он не прыгает? Блять, псина. Сутулая ты, падла такая. Сутулая падла. Да нарыли сутулая. Во, наконец-то. О. Так, где я? Так, ты где там хоть? Я вот тут лежу. А, вижу. А я тебя нет. Не, я по карте вижу. Вон. Так, это я здесь тебя обнаружил? Да, тебя. Здорово. Пошли. За мной никакого хвоста нет. Везучая падла. Я думаю, мы сейчас выполним эту миссию. Ну, у меня в кишке. Там человек, походу, сдох. Там, видишь, эти вещи валяются. Да. Печально. Так, давай я первый закину гранату, ты второй. Там уже люди вижу. Блять. Эти не люди, а NPC. Это не... Подожди тогда, да, я возьму снайперку. Давай, ебош. Вон тут бронивный капец. Я ему 3 раза в голову всадил. По-моему, он забагался. Этот? Вот этот бронированный чувак. Погоди. Я гранату, пожалуй, кину все-таки. А не рано, чувак? У меня патроны на нуле. Погоди. Возьми обрез. А чё ты не перезаряжаешься, алё, Вась? Слышь, впритык дроби, блядь, промазал. Что за дичь? С них чё, ничего не падает? Походу. Идём. Охеренно. Подожди, я перезаряжаюсь. Там тесное пространство ведь? Да. Тогда я достаю АК. Завершить. Все. У меня еще надо 4 убить. Ну давай, убиваем. О, бармен, вставай уже, закончили. Кстати, следующий, если не ответишь на мои вопросы. Ага. Вернулся на базу военных сталкеров. Все, я тут все сделал. Блядь. Давай сверху. Сверху!
Все. Поговорить с барменом осталось. Да, только с них, правда, ничего не выпадает. Что за бред? Почему? Потому что, блядь, они бомжи. Вот, бармен, давай общайся. Игорь, повезло. Раскочим. Да, даже свинка сдохла. Или не сдохла. Там чувак, чувак. Ай! Меня повалили. Пригнись! Как я тебе вернусь, блять? Пригнись, говорю. Не могу. Кстати, у него экзоскелет. Меня поднимают. Наверное. Наверное, ключевое слово. Сука. Мудива. Еще какие. Ну и насрать. Тебя убили? Да. Поиздевались и убили только потом. Походу они с бандитами... Понимаешь, что тут некоторые сталкеры с бандитами дружат? Отчего тут непонятно? Скажу честно, тут комьюнити такое говно на самом деле. Просто, блин. Вот когда мы с ним вот играли, у нас брони вообще толком-то не было. У нас... Мы ходили в заре даже без баллона, а там... Какая там заря была? Обычная заря. Обычная заря у нас была, да? Ну да. Она даже вроде у тебя сейчас вот это вначале показывала ее. Да, 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 это был. Вот, мы с ними ходили. Тут такие люди токсичные, просто они. Вот, они с охеренной броней, с охеренным оружием бегут на базу новичков, все такое, и начинают там стрелять по людям, у которых практически ни хрена нету. Типа... Да и вообще тут как-то странно что-то вообще по поводу заданий и награды за выполнение заданий. Потому что вот помнишь, как мы с тобой отправились в кишку зоны и нам дали зарю за это? Ну да. Хотя мы, блядь, до этого... Это зарю, блин, спокойно уже давно-давно можно было купить. Смысл нам давать то... Что тут, где-то, кто тут? Справа. А там люди, да. Нафиг нам давать какую-нибудь броню, которую, блин, в самом начале можно получить. Если даже по болоту можно спокойно было, оказывается, побегать, я так думаю. Там пофармить минут 20-30 животных. Или артефакт один найти. И все. И ты уже эту зарю покупаешь спокойно. Это, блядь, одно из тех заданий, которое, ну смотри, проходишь ты весь сталкер, и тебе в конце возле монолита дают, знаешь что? ПМ. Так, с кем мне надо пообщаться? С Ахатом. Бара здесь почесту. 1000 рублей! Блять, мы на патроны больше потратили. Сука, он... Ну, чувак, он еще, блядь, и себе, ты смотри, что он нам дал. Загляни в инвентарь. Что он нам 10 дал? 10 дробинок и 62 пульки. Верни мне мои деньги, которые я потратил на убийство всех этих пидрил. Просто проблема в том, что эта миссия, типа, нам надо дойти. А чтобы выйти, нам нужно, наоборот, постараться, потому что, сами видите, тут некоторые люди просто с бандитами сообщаются, и это жопа. Тут вы, это, что? За что за вход? Пидрилы, блядь, караулят новичков, после чего, блядь, просто ебут их. Да. Жадно, грубо. И очень больно. У нас на данный момент кончились просто патроны. И мы ничего сделать не смогли. К тому же они еще сговорились, эти два бандита в кишке зоны. Ну, то еще бандиты и сталкер. И чё? Нас наебали. Знаешь, куда нам надо идти? Противники. Куда? Можно сказать, почти в кишку зоны. Да может он в пизду пойдет, слушай, с такими заданиями. Что он нам даст за эту хуйню? Не знаю, 1000 рублей, господи. Игорь, по почте получи мои патроны для калаша. Да я взял их, они в деревне новичков, правда, остались. Нахуя? А зачем они нам? Музыка. Мне хочется плакать. Мне хочется стучать к вам. Зачем?
вы славите дьявола. Это его музыка. Это она звучит в аду. Это под эту музыку истязают грешников. Это же, друзья мои, отрекитесь. Через эту музыку враг умирает. Конченый. Да. Это, конечно, отсылка прикольная, но... Ой, я только сейчас заметил. Что? Помнишь эту Мегумин, типа? Так, ну да, помню. У неё калаш, оказывается, есть. Ты только что это заметил? Да. Хотя это не логично. Почему я не удивлён? Хотя это не логично, знаешь, чё? У неё должен быть РПГ. Да, судя по тому, что она всё взрывает нахер. Стоп, ребята. Пожалуйста, не перематывайте видео. Просто это обращение, а не какая-то реклама. Вообще эти слова должен был озвучить Игорь, но уже 2 часа ночи. Я монтирую эту херню, а он спит. Так вот, настал тот момент, когда нам действительно понадобится ваша помощь. У меня нет никакого сценария и текста. Я просто говорю то, что сейчас нам с Игорем для следующего видео нужны люди. Те, которые будут заинтересованы в съемках этого видео. Пишите Игорю в ЛС, ссылочка будет в описании. Пожалуйста. Все категории, по которым вы должны подходить, будут написаны в описании. Пожалуйста, ребят, мы надеемся на вас. Мы верим в вас. Не подведите нас. Да. Ну, я просто говорю, что комьюнити так-то, типа, есть и нормальные игроки, которые готовы помогать. Но... Да. И я, конечно, не играл за бандитов. Возможно, там у них, да, конечно, сложнее там все сделано. Возможно. Я не уверен. Вообще, подожди, Игорь, знаешь вообще то, что вообще в сталкере бандиты самые бедные. Они бомжи там как бы. Ну, тут они самые, блин, наверное... Потому что им там постоянно... Вот если с ними там сдружиться и побазарить, то ты поймешь, что они реально там как бомжи. Они там самые бедные. Пусть они там и грабят людей, но, блядь, они с этого почти ничего не получают. И к тому же должны все скидывать в общий общак. Проблема этой игры в другом. Типа, тут только две группировки. Конечно, да, тут есть кланы, можно в любой момент создать клан какой-нибудь по типу долг, там, свобода, но это не то. Блядь, Игорь. Оп! Убегаем. Можешь помочь? Ох, там у тебя звездец. Так, теперь мне бы кто помог. Ай! Вернись за мной! Охереть их тут. Вы твари какие! Че их тут так много? Меня тоже положили, Игорь. Че это до хера в этом месте? Просто жопу жую. Я туда побежал быстренько за патронами своими. Чё их там так много? Всё. Ой, блядь. Я даже еще не подошел, они уже бегут. Давай. Все, я этих грохну. Ты еще бегут. Пиздос. Пошли. Ты охерела? А я смотрел на нее. Подожди, Игорь. Надо наказать зону за эту хуйню. Что тварь ебаная, блядь. Сука. Пошли. Ой, блядь, по правую сторону держимся. Одна сука среагировала. Или нет? Да они среагируют, даже если ты будешь в километре, ты не забывай. Еще одна, блядь, свинота. Они реагируют просто. Она на тебя среагировала. Игорь сзади. Я вижу. Господи! Идем. Что нахер? Проблема еще тут в том, что просто монстров до хера. Они тебя будут за тобой бегать, хоть ты, блин, будешь в жопе мира. Видит, а надо в туннель туда заходить. Ну да. А ты как думал? Да твою гадская!
Что, тебя убили? Нет. ПВО достало. Так беги оттуда. О, деньги. За мной пот бежит, а я деньги собираю. Сейчас. Нам прыгать надо туда. Ёп! Кто там? Там говно какое-то. Видишь? Ты что, ёбаный? Я в него, я ему в голову, блядь, обойму всадил. Нам надо по входу бежать, бежать от него. Лучше беги. Гениально. А мы тебя смотрим на задание. У меня зависло. У меня тоже. У меня вылетело. Клиент завершил работу с ошибкой. Что они... опять за говно? Они даже, сука, не дали время сообразить то, что надо бежать. Да блин, а при чем, тут вообще пробег? С каких пор мы должны были бежать? Спустились мы вниз, видим какую-то херню. Вы что, блядь, попутали игры, что ли? Это вам не Outlast, это вам Stalker. Тут даже в Stalker, единственное место, там, где тебе надо было бегать, это когда в чистом небе надо было тушканчиков, типа, уворачиваться и все. Чтоб, типа, они тебя не затормозили, пока ты убегаешь из туннеля, который только вот-вот заполнится водой. Это единственное... Знаешь, блядь, знаешь, кто это? Ну? Необычайно сильный бандит. То есть это, блядь, человек. Это человек, а почему... Я ему, блядь, в голову... Я ему в погоди, голову, а это не человек? Как это может быть человек, если он орал как зомби? Типа, вот это, ура! Вот это вот орал. Это был человек. Это был человек, чувак. Прикинь, это был человек. Представляешь? Ну нахер. У меня с собой... Еще, блин, у меня два магаза патронов только. Один заряженный, один еще этот, наготове. Офигеть. У меня на калаше только один заряженный. А понимаете, чтобы, для того, чтобы сделать такие моменты, там где ты должен убегать именно, надо на пол экрана хотя бы писать «Беги!». Подружки, летним на-на-на-на-на. Шли по зоне, не мы вдвоем, на-на-на-на-на-на. Блядь, шли по зоне. Хоть говори о чуждении. Хоть говори по отчуждению. Голуби летят над нашей зоной. А петухи бегут за нами. Иди сюда. Подойди сюда. Назад. Блять, конченый, сука. Отсталый. Ты убежал? Опа. Ты дебил, что ли, или как, блять? Вперед, посмотри. Я тебя попросил бы туда подойти. Куда? Уже никуда пошли. Там туда. Блять, все мои вещи спер вот этот вот мудак. Машина. О, халява. Блять. И куда нам бежать? А вот сюда вот. Все, завершить. Завершить, да. Понимаешь, в чем прикол этого момента опять? Подожди. Ебать тут трупов. Бригада номер один? Бригада один, точнее. Кого? Бригадир. Давай, Игорь, на выход, заебал. А что тут за спуск? Я тебя сюда хотел вообще позвать. Погоди, тут какая-то херня. Я знаю, я тебя сюда вот и звал. А. И нахер мне эта херня? Нахер я ты... вот сам думай. Нахер ты меня сюда позвал? Я туда вниз не спускался, я просто увидел какую-то херню, я тебя позвал. А погоди, надо убить бригадира. Где он? Какого бригадира? Ну бригадир, убить бригадира. Алло. Я думаю, блядь, что за бригадир, блядь, где это задание? Почему я как-то что? Где метка? Нам обратно, походу, надо. Шли обратно. По-моему, нам пизда. Так. Ну что ж. Готов спускаться? А!
чувак, беги. Вот сюда. Там можно было запрыгнуть, Игорь. Че не вскарабкался? Ух, я выжил. Поздравляю. А я просто вскарабкался наверх. И выжил тоже. Я здесь. Там просто чувак какой-то начал по нему палить, а я решил просто воспользоваться моментом и убежать. Так, мертвый стал. Кстати, он подпрыгнул, он меня дал, блядь, поебал. Где бригадир искать? На метке его не помещается никак. На метке? Ну, может, на карте? На карте нет метки. Что она тогда? Может, это бригадир вообще? Ну, блядь, ну он уже, сука, не бригадир, он какой-то там бандит. Ну, давай сейчас я спрыгну. Блядь, револьвера с собой нет, придется использовать ППшку. Yes. Гнида. Ему похеру. Да? Он застрял? Он застрял, да. Я тебя понял. Уходим. О, все, все, он опять забагался. Да ну нахер, господи, что он за такой тупица? Он отбагался. Ай, доля вот. Запрыгивай. Не ты могу. Что, дебил? Ты дебил, как сам ты. Шо, как мог? Ты не запрыгнул. Все, он сдох. И шо? Миссия выполнилась? Нет. Окей, а где бригадир тогда? Он опять заспавнился. Артефактная лихорадка, ёпта. Только если это реально артефакт, его никто сейчас не скоммунизит. Я сейчас подойду. Ага. Все. За артефактом теперь. Воу, тут. За этим артефактом уже столько людей сдохло. Я тоже. Но я не сдамся. Я его получу. Любой ценой. Даже если он стоит 5 рублей. Оху, я его скоммуниздил. Сколько стоит желчь камня? Желчь камня. Сколько ты стоишь минимум? Да, пятерку. Че, пойдешь еще раз со мной? Сейчас. Да. Я сейчас хочу попробовать. Может, просто... просто так, наверное, вот, когда ты будешь монтировать это видео, ты увидишь. Знаешь, чувак, если я буду монтировать это видео, я, по-моему, ничего больше не увижу. Я, блядь, ослеп, я бы глаза себе выколю. Чё? Сука. Ты просто... Просто, блядь, монтировать Сталкрафт, это очень нудная затея. Серьезно тебе говорю. Это самое нудное занятие, чем я когда-либо занимался. Там ничего практически не происходит. Там сейчас... минимум шуток, и ты должен как-то из этого сделать какой-то контент. Не, сейчас мы это делаем. Сейчас мы с тобой вот всякой херней занимаемся, шутим. Стараемся что делать. Ебать. А ну-ка, я пойду на другую точку. Тут, короче, вообще, вот... тут здорово, я... блядь, встречай гостя. Ну, тебя уже встречают. Кабан за мной бежит. И у меня к тебе несколько гостей. О, сзади тебя тоже есть гость. Да, я видел его. Убегай. Что? Что ты такой настырный? У меня патроны кончились! Убегай. Ну, скажу честно, я говорил про ежедневных бонусов, что тут говно, да? Не до конца, не до конца. Насчет ежедневных бонусов. Это для всегда тут было? Иди сюда. Я просто сказал, что это говно, ежедневные бонусы. Да. И, короче, почему это говорю? Могу пояснить спокойно. Давай. Тебе дают... оружие, ладно, да. Первые пару дней, типа, нормальный бонус, окей, дают аптечки, могут дать тебе денег, все такое, то есть, окей, эти первые два дня нормас. Дальше. Какого хрена? Тебе дают оружие на день, на два, на три. Смысл? Ну, мне лично дают аптечки и какие-то зачем-то прот-артефакты. Зачем, не понимаю. Вот насчет про артефакта, конечно. Ну, я тебе говорю, что это возможно, то, чтобы артефакт заряжать. Ну, все, я не артефакт. Пошли в этот самый, за, в аномалию.
Кстати, давай девай свой зарю. Зарю одевай. Это, у нее же радиация. Да, но тут вообще на радиацию пофиг. То, что от аномалии нас ничто не спасет. Ты хоть обострись. Ну хотя бы для того, чтобы потом не чинить эту самую броню. Чтобы зарю взял, надел и все. Чтобы и она пострадала, а не твой новенький костюмчик. Как новенький? Ну, он уже давно покрылся пылью, но все-таки он новый. Патроны для калаша, чувак. 117 штук. Все, спасибо за артефакт. Хоть какой-то. Конечно, да. Я, конечно, с чуваками неправильно поступил, типа, что я их ограбил. Артефакт. Но нечего тут клювом щелкать. Куда ты, кстати, пошел? Здорово. О, патроны твои. Игорь, тут твои патроны. Погоди, а тут есть что-нибудь? Забери. Да я сейчас сдохну все равно, я думаю. Я... Я заберу твои вещи в таком случае. Да что ты заберешь? Патроны только все, и все? Да. А куда мы идем? Погоди. Да погнали в ущелье. А-а-а! Сначала пойдем на базу сохранимся. Упана. Пошли. Там человеку плохо. Будет. О. Чуваку уже плохо кому-то было. Опа. Я подобрал какой-то рюкзак. О, дай! Ты шо? Ты понимаешь, что это за рюкзак? Это гроб, блядь. Это ж чувак деньги. Чувак просит отдать ему. Я его нахер послал. Слепхнот на ёбщик. Вот такое. Идем, бежим на базу быстрее. Так, продать торговый рюкзак за 13500. Да. Изи мани. Изи мани! Просто у кого-то спер